поступает мудро, известно всем трам-парам, на то оно и утро. Бонжур всем, с вами я, Юник111, и сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Kingdom Two Crowns. А если точнее, то это дополнение Сёгун. Так, в прошлой части мы остановились на том, что мы сделали хорошую стратегию. Так, я не помню, вот что нам нужно делать теперь. Так, ну, я помню, что у нас очень много денег. Мы сделали фермеров. Так, теперь нам нужно... Да, я понял. Нам нужно расширять территорию влево. Прямо до корабля. Достроимся до корабля, чиним корабль. Ну, по-моему, все логично. Чиним корабль, идем на второй остров. Со второго острова идем уже на... Никуда мы не идем. Просто там лутаемся и делаем всякие дела. Так. Ну, денег у нас реально очень много. Типа это, по-моему, перебор. It's перебор. Почему они начали так рубить? Типа, да тут же крестики были. Почему они пошли в ту сторону? Странная тактика. Ну ладно. Они же строители, им, видимо, виднее. Ребят, да не кидайте мне деньги. У меня их слишком много. Они высыпаются. Отстаньте, ребят, пожалуйста. Очень много денег. Блин, я даже готов сделать вот так. Чтобы ребятки просто золото забрали и свалили. Ну и все. А вы что расслабились? Давайте продолжаем работу. Нам еще работать и работать. А. Ну. И что? Все равно будем дальше работать. Что останавливаться-то? Прогресс должен идти. Монетка упала в озеро. Спасибо. Так, 12-й день. Фух, ну вот это уже интересно. Довольно интересно. 12-й день. Так, надо немного подождать, чтобы лес вот здесь пропал на заднем плане. Тогда мы сможем вот это... А, уже можем. Замечательно. Сможем достроиться? Да, мы можем застроить. Не помню. Дерево ломаем. Преграду будем достроить. Преграду будем достроить до сюда. Потом вот здесь немного лес срубим и построим здесь еще одну. Так. Ну, пока здесь лес не пропадет, я и не смогу здесь построить. А, уже могу. Почему-то камни я могу построить, а это я не могу. Подозрительно. А давайте лес немного здесь срубим тоже. Может быть, он мешается.
Maybe. Maybe, maybe. Почему бы и нет? Да отстань ты, дух. Давайте, ребята, работаем. Работаем, работаем. Не останавливаемся. У нас еще очень много дел. Мы должны пройти эту игру. Улучшаем сразу. Здесь стражи строим, потому что, ну, вдруг одна стенка сломается, чтобы они успели отбежать в сторону. За вторую стенку нужно строить сразу по несколько. Так, строим еще одну. Теперь мы можем даже вообще не бояться и строить корабль. Нам ничего не грозит. По-моему, даже и детальки не надо закупать, потому что он уже готовый. Типа на первом острове вроде бы сразу готовый корабль уже идет. К сожалению, блин. Лучше бы он был не по деталькам, вот это все надо было опять покупать. Потому что у меня столько денег, мне их девать некуда, они... Ну ладно. Так уж и быть. На первый раз пусть будет. А то я сейчас накаркаю у меня, что много денег, а потом зима наступит, хоп, и я уже бомж. Уж, ребята, дела у нас плохи. Вас что, побили? Вы что, серьезно? Наверное, лучники просто не успели дойти до туда. Корабль на воду. Так, тут опять миллион денег. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, мне не надо. Спасибо, не надо. Благодарен, но не надо. Пам-парам. Пам-пам-пэрэ-пэрэ-пэрэ. Пэрэм-пэм-пэм. Пэрэ-пэм. Спасибо, спасибо, ребят. Так, давайте хорошо в банк сейчас уберем половину денег, потому что, ну реально, что-то слишком много. Ну еще этот бал, вообще офигеть. Так, ладно, давайте все ему сразу выложим. Пусть он здесь разбирается с этими деньгами. А мы пойдем отсюда. Блин. Пусть он там разбирается с ними, а я здесь сейчас все равно еще денег получу. Нанимаем еще двух рабочих. Чувачков. Музыка необычная, прикольная. Подождите, а разве, типа, сейчас я смогу уплыть на корабле вообще?
Так, ну корабль красивый. Так, ладно, сейчас давайте они достроят эту стенку, я ее улучшу сразу. Чтобы деньги потратить. Так, окей. Позвони в колокол, да? И почему только три строителя приперлись? Нафиг мне строители, мне лучники нужны. Ой, дураки. Все ясно. Реально дураки. Ну ладно, три строителя тоже, в принципе, надо. И сваливаем. С острова. Фух, 14-й день, мы уже свалили на второй остров. Звучит прикольно. Но на деле пока что все плохо. Так, здесь уже, смотрите, есть статуэтка фермера. Шахта. Потом, я не знаю, что вот это такое еще. Собака и олень. Интересно, что такое вот это справа? Интересно. Ладно, давайте поплыли туда. Так, все окей. Добрый день. Начинаем развитие лагеря. Строим защиту. Угу, ясно. Так, ну корабль уже близко, поэтому уже как-то более спокойно себя чувствую. Так, строителей у нас много, так что их лучше пока что не покупать. Лучников стоит. Защиту сразу улучшаем. О, и лагерь, в принципе, рядом. Так что, в принципе, у нас пока что все норм. Так, этих набрали. Собака. Собака мне пока... Ну ладно, давайте возьмем собаку. Пусть будет. Три алмазера. Угу. А, вот что это за камень. Но что это такое? Ну, давайте попробуем. Что будет? Мне просто интересно. А, это и есть шахта? Так, окей. Если это шахта, то... То что вот этот должен быть камень тогда? Это странно. Блин, смотрите, кстати, на задний фон. Выглядит необычно и прикольно. Так, еще кристаллы. И портал уже. Так что я считаю, что пора сваливать. Так, все, сваливаем. Потому что уже вечер. Сейчас эти чубрики побегут. Жадности. Главное, у нас теперь есть шахта. Теперь мы можем улучшать до камня. До камня все. Ну, собака, если честно, она... Ну, типа, бесполезная по факту. Потому что... Никакой функции она не выполняет. Ну вот только и гавка типа показывает, где враги еще. Типа единственное, что вообще может быть.
по функционалу. А так полностью бесполезные. Просто entity, который будет за тобой просто бегать. Это тоже интересно в каком-то плане. Пэм-п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 эм
И все. Денег нету. Мне только кристаллы остались. Что мне с ними делать? Чуваки их не подбирают. Блин, куда же мне их деть? Ё-моё. Где строитель? Чё он свалил-то, алло? Он должен был дальше деревья рубить. Ё-моё, что за рабочий, а? Я вас уволю, ей-богу. Вы понимаете, я вас просто вот так за забор выкину и скормлю. Этой живностью вот этой. Жадностью, точнее. Чё же вы за люди такие? Мы для общего блага стараемся, а вы крысу все делаете. Дерево единственное мы не делаем. Ладно, пофиг. Я сказал дерево, бамбук я имею. Так, он мне даст денег? Угу. Хрен там. Ничего он мне не даст. Жаль, да? Так, ладно. Сейчас опасно будет ломать. Но они быстро сейчас должны сломать, в принципе, так что... В принципе, проблем никаких не должно возникнуть. Нам бы вот эти все кристаллы перенести на этот остров. Вы понимаете, чтобы это сделать, нам нужно куча денег. Чего у нас нет? А это плохо. Я бы сказал, очень плохо. Так. Надо придумать новую тактику. Давайте подумаем. Та-та-там. Как вариант, чтобы появился вот этот чубрик, который появляется, типа с сундуком, чтобы в него алмазы складывать, типа и сохранять их, нужно улучшать лагерь. Чтобы улучшить лагерь, мне нужны деньги. Денег у меня нет. То есть мы сейчас ждем, пока купец мне даст денег. Мы им даем одну монетку, он уходит опять там, я не знаю, что там.
торгует, товар приносит, или что он там делает. Мы улучшаем лагерь. Теперь у нас есть фермеры. Фермеры нам по факту не особо нужны. Нанимаем этого челика. Луки есть, поэтому покупать я не буду. Так, ну и так как мы уже начали ломать лес, его по-любому уже ломать, поэтому давайте, так сказать, продолжим ломать его. Опять сундук с кристаллами. Нет, 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 я не буду останавливаться. Спасибо, папаша. Блин, у меня чисто даже места нету под деньги. Мне чисто тут эти алмазы мешают. Почему их так много? Типа это перебор, мне кажется. Ребят, дайте денег. Давайте, доламывайте лес уже. Ну, давайте тактическое решение примем. Чтобы не строить ту стену, давайте лучше улучшим эту. Нам бы побольше сейчас лучников. Но чтобы это сделать, нам нужны деньги. А денег, как вы понимаете, у нас не особо много. Хотя... трава растет. Значит, сейчас скоро появится куча лучников. Из-за того, что они сейчас начнут вырубать вот этих... кролепёсиков. Или я не знаю, что это за существа, но... короче... скажем так, он их поушатает, и все будет чики-пуки. Чё такие косые, ребята? Это на котов похоже. Ну или брундуки, я не знаю. Блин, что из этих кристаллов? Не было бы этих кристаллов у меня, было бы вообще более как-то адекватно. А вообще, видите, у меня целый мешок забит этими кристаллами. Видали? Просто куча кристаллов. А зачем мне столько? Ну, естественно. Все. Поля открыли, скажем так. Охота открылась. Сезон охоты открылся. Так, улучшаем здесь. Появится банкир. Сможем банкиру давать деньги, чтобы он их увеличил в процентах, скажем так. Слушай, на, возьми алмазы, а. Чё он алмазы не берет, а? Чё он такой злой?
Слушайте, а бомж возьмет кристаллами? Нет? Жаль. Так хотелось. Предложить ему взятку. Нам остается пока что только ждать. Чтобы увеличить доход в плане с охоты, нужно больше луков. Ну и чуваков, в принципе, тех, кто будет работать. Тоже надо не ломать. Нет! Нет, 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 не ломай! Нет, 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 нет! Отмена, отмена, план отмена. Блин, что же... Нет, зачем? Так повезло сейчас просто. Вы не представляете, тут... Я мискликнул, оказалось, что там еще два дерева было. Я думал, сейчас все, эти чуваки больше не будут здесь появляться. Я уж чуть сейчас от страха не помню, что все, мы уже обречены на поражение. А на самом деле, по факту, мы не можем здесь поражение получить. Потому что если мы умрем, то просто мы заново появимся, типа продолжим дальше выживать, только придется все заново строить именно. Типа здания все будут, но они будут сломаны. Их надо будет просто починить. Ну, короче, грубо говоря, будет жопа. Хотя, знаете ли, по факту, что нам нужно сейчас? Нам, в принципе-то, пока что и не нужно здесь ничего строить и улучшать. Давайте пока построим что-то базовое. И просто будем деньги тратить на то, что строим корабль. Типа надо улучшить вот здесь вот, в камень. Так, еще нужно нанять опять чувака в очередной раз. Так, что же еще надо сделать? Чувак взял еще один лук, это прикольно. Здесь чуваки работают, но мы можем начать строить корабль. Слава богу, хотели. Типа, хоть они сейчас уже начнут его строить, потому что нам нужно реально свалить отсюда. Мы отсюда чисто сваливаем на тот остров, на наш. И с него уже там налутаемся, сначала сломаем там все порталы и пойдем уже обратно на этот остров. Чтобы здесь, как сказать, тоже все сломать. Потому что, ну вот, как вы видите, у нас с деньгами здесь все вообще капец туго, поэтому надо как-то это исправлять.
Кстати, хотел сказать то, что эта игра, в принципе, она сделана просто отлично, типа она очень атмосферная, но вот, например, есть. Уже вот получается раз, два дополнения, не считая вот основной игры, типа именно просто Kingdom Two Crowns. Кстати, которую мы, наверное, тоже будем проходить. Но ее мы будем, наверное, проходить. Ну или если всем зайдет, типа такая рубрика просто роликов, то тоже можно ролики будет снять. Или можно... Па-па-пам. Или можно будет сделать типа видео стримов. Бегите, бегите. Бегите. Собака, 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 собака. Фу. Успел забежать. Что я вот так могут спереть вообще на Изи? Нефиг делать. И по факту-то жалко собаку, ее заберут еще. Я не знаю, что они там с ней сделают, но явно ничего хорошего с ней не будет. Так вот, ну, типа, задумка клевая, но два дополнения это уже хорошо, но хотелось бы, чтобы они еще добавили еще какие-нибудь дополнения. Ну, типа, это же не так сложно сделать. Типа, вот, например, всего лишь заменили текстурку монеток или уже там вот задние планы, музыку, все. Геймплей-то по факту он тот же остается. Просто все чувствуется как-то по более другому, что ли. Твои деньги. Налоги. Плати налог. А ты? И ты? Так, ребят, я не понял. Платите налоги. Ребят, платим налоги. Давайте. Прекращаем шалить. Чуть-чуть осталось. Мы почти достроили этот корабль. Почти. Опа. Финальный, по-моему. Ебой. Осталось немного денег, что... Ой-ой. Да вы серьезно, ребят, вы не можете его убить? Господи. Какие же вы все-таки чуваки, а? Косые. Причем очень. Так, пока уплывать не будем. Нужно вернуть баланс лучников, потому что мы только что просрали 4 лучников, получается. Надо опять нанять 4 лучников, чтобы как бы баланс выровнялся. Много денег это все равно не займет. Да и там, в принципе, чтобы уплыть надо не так уж и много. Ну вот, в принципе, нам уже хватает. Давайте, может быть, уплывем. Реально. Так, все, ладно, давайте плывем обратно. Потому что это реально будет разумным, как бы, методом. Так, ну это прикольно, но нет. Мы идем обратно на первый остров.
Ребята, здорово, я по вам скучал. Так, давайте втопили влево. Сейчас мы с вами сразу купим вот этого грифа. Грифона. Ну, вы поняли, в принципе, о чем я. Потому что эта лошадь уже бесит просто. Чё она так быстро задыхается, я не понимаю. Ты же лошадь. Ты должна спортсменка быть. Оу, да. Теперь я могу делать вот так вот. Зашибись. Это очень клевая штука. Максимально. Теперь еще можем жрать везде вообще абсолютно. Кстати, выглядит он более как-то покрасивше. Ну, хотя нет, тут тоже красивый. Ну, вы, наверное, не понимаете, о чем я сейчас говорю, но... когда мы будем с вами проходить основную игру, то вы поймете, как он выглядит там. Ну, типа, я там чуть-чуть поиграл, но это, типа, незначительно. Бамбуковые леса здесь, типа, очень много денег за них дают. Потому что их больше, чем обычно деревьев. Типа, видите, как их здесь прям в ряд много. Поэтому здесь больше денег. Денег идет именно с деревьев. Так что тут даже это выгодно как бы. Давай, 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 доломывай и валим. Это просто шикарно. Денег у нас много, поэтому корабль мы сразу строим обратно. Ну, чтобы рабочие не расслаблялись. Ну, это, в принципе, можно будет потом улучшить, потому что... Ну, как видите, денег у нас много. И это, типа, не проблема. Вообще, абсолютно. Так, 15-й день. Просто замечательно. Нам нужны еще строители, получается, потому что их что-то слишком мало стало. А, да, и, кстати, я знаю даже почему, потому что мы с собой увезли троих строителей. Гениально. Я думаю, что-то как-то строится, что ли, медленно стали. Стенку меняем. Мы денег накидываем.
Так, ребят, давайте, все, идите, берите молотки и работаем. Окей. Два лука вместо, типа, потому что эти башенки, они, типа, все испортили. Двух лучников забрали просто так. Так, еще строителей желательно, потому что у нас территория теперь большая. Строителей нам по факту тоже надо много. Да и лучников тоже побольше уже желательно. Для обороны. Моя оборона. Пластмассовый мячик. Безумного мира. О-о-о, моя оборона. Так, ладно. В правой стороне нам нечего делать. Так, тут все улучшили. Это, конечно, прикольно, но... Давайте все улучшим в камень, потому что денег очень реально много. Их реально девать прям вообще некуда. Типа лишним не будет вообще. Почему бы и нет? Такс. Корабль пока не будем спускать на воду, потому что... Ну, пока что лучше не стоит. Так, ребят, вы мне денег не дадите? Понятно. Спасибо вам большое, ребят. Вы очень добрые, конечно. Прям очень заметно, я думаю, что... Блин, пока шел, все деньги просрал. На эти улучшения мне теперь нужно идти строить улучшения для этих, для лучников. А у меня денег нет. Не, ну теперь есть, но... Опа. Сюрикенщица. Фига себе. Еще и катапульта. Так это вообще прекрасно. Здесь тоже улучшим. И все, идем улучшать статую лучников. Потому что лучники говно, если честно, стреляют пока что. Но теперь они будут стрелять более-менее адекватно. Ну, хотя бы как люди. Так, эти пусть работают. Так, стенки мы почти все уже улучшили. Вот сюрикенщики, это что-то необычное, потому что я этого еще не видел.
Типа я знаю, копейщики есть, но сверхенщики — это что-то типа нового. Такого я еще не видел. Такс, что нам нужно сделать? Зачем я сюда пошел? А, я хотел улучшить главное здание. Вот я дурачок. Так, мы улучшаем сейчас главное здание. И получается, должен появиться вот этот чубрик, который... в которого можно спрятать алмазы. Это будет очень-очень-очень хорошо. И... Найс. Теперь мы можем делать воинов. Это просто отлично, просто замечательно. Просто прекрасно. Делаем двоих влево, двоих вправо. Ну, теперь мы можем откровенно сказать, что это реально каменный век. Потому что камня у нас теперь очень много. И использовали мы тоже его немало. Мужик, ты чё, зачем ты мне деньги даешь? Не-не-не, забери обратно. Спасибо, мне не надо. Опять мне деньги дал. Или он просто подобрать не успел. Ну ладно. Давайте последний штрих сделаем. Чтобы точно не изломали с этой стороны. Улучшим на максималочку. Максималочка. И понеслась. Короче, построим сейчас стенку вот эту большую. Так, давайте еще наймем этого чувачка. Нету тут еще одно. Ну ладно. Что так, деньги просто так валяются. Вы что, офигели? Деньгами раскидываются они. Вообще-то... не богатые, чтобы так деньгами раскидываться. Текс, ну... Смотрите, при свете костра у меня грифон становится каким-то. Офигеть. Я не знаю, может быть это баг с текстурками, но... или это просто такой типа эффект. Но выглядит это красиво. Такс. Ну, в принципе, все. Вторую серию, часть мы можем уже закончить на этом. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я жду вас на следующих сериях, на своих стримах. Давайте, ребят. Удачи, успехов в жизни. Всем пока-пока.